Что такое одиночество? И каково быть одному в толпе? Это состояние души. Когда душа требует поддержки, требует помощи. Таких людей и помогать им. Что если такие люди найдут свою ячейку в обществе, своего друга, свою взаимную любовь? Он может быть будущим гением или мировым писателем, неважно как и почему он остался одиноким. Главное – подать руку ему в нужную минуту и показать всем, что мы вместе, что мы едины. Спасибо, друзья. Ну а мы продолжаем на сцене. Танцевальная студия «Банан».